Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Положительные качества – тихие, сдержанные и застенчивые, медленно, но уверенно добиваются своей цели. Дружелюбные – носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Эти люди – выдающиеся организаторы и обладают большим количеством внутренней энергии и жизненного оптимизма. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Звук «Ф» в этом имени воспринимается на слух положительно. Светлый ум, решительность, работоспособность и умение сохранить хладнокровие в любой ситуации облегчает им путь к успеху. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Они любят делать других людей счастливыми. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.